Наша страна поражает бескрайними полями, на которых выращивается множество разнообразных культур. Картошка, кукуруза, свекла, рожь и многое другое. Вырастить все это – тяжелейший труд. И тут людям на помощь приходит сельскохозяйственная техника, способная в разы сократить трудозатраты и усовершенствовать технологические процессы. Мы вам расскажем о самых известных машинах, которые можно встретить на полях. Зерноуборочный комбайн. Комбайн – это огромная зерноуборочная машина. Его главная функция – сбор урожая. Спереди у комбайна установлены режущие ножи, которыми он срезает колоски. Далее урожай отправляется прямиком в огромный корпус со сложнейшим механизмом, где в несколько этапов зерно отделяется от стебля. После этого зерно попадает в специальный бункер и перегружается в кузов грузовика или трактора. Оставшаяся солома аккуратно укладывается позади комбайна для последующего сбора. Трактор. Трактор – это самый известный и самый распространенный вид сельскохозяйственной техники. Его легко узнать по огромным колесам. Встретить его можно на полях, лугах, стройках и даже просто на улицах наших городов. Трактор – это незаменимый помощник. Благодаря существованию огромного количества навесного оборудования и многофункциональных прицепов, трактор может выполнять разные виды работ. Например, культивировать почву, сеять, поливать и удобрять растения, выкапывать ямы и рыть канавы, может и собирать урожай. За все эти функции трактор получил большую известность и любовь фермеров по всему миру. Морковоуборочный комбайн. Собирать целое поле моркови руками – дело долгое и мучительное. Здесь фермерам на помощь приходит специальная уборочная техника, главной задачей которой является сбор моркови из земли и отделение корнеплода от ботвы. С такой техникой собрать поле моркови не составит большого труда. Опрыскиватель поля. Чтобы получить хороший урожай, землю нужно удобрять и уничтожать вредителей. Тут на помощь фермерам приходит опрыскиватель поля. С его помощью можно быстро обработать от паразитов большой участок или опрыскать его удобрениями. Некоторые фермеры используют для этого дроны.
Картофелеуборочный комбайн. Существует два способа сбора картошки с полей. Первый – на поле выходит трактор, тянущий за собой несамоходную машину, срезающую слой почвы вместе с картошкой. Затем комбайн отделяет корнеплод от ботвы из земли, аккуратно укладывая его на поле. Следом едет сборщик, которому остается только собрать картофель и перегрузить в кузов грузовика. Второй способ. На поле выходит самоходный картофелеуборочный комбайн, который способен и собрать урожай, и отделить корнеплоды от ботвы и земли. Пресс-подборщик сена. После сбора урожая на поле остается много сена, и его тоже надо собирать. С этой задачей легко справится сборщик сена. Как правило, это не самоходная машина, которую тянет за собой трактор. Сборщик быстро собирает сено с земли, прессует его и формирует круглый или прямоугольный стог, который оставляет на поле. Остается только перевести стог в место хранения. Плуг и брана. Перед тем, как что-то посеять, поле нужно спахать. Для этого к трактору прицепляют плуг. Он с легкостью поднимает и переворачивает верхний слой земли, после чего вступает брана. Она легко измельчает землю, и поле становится ровным, пригодным для посева. Сельскохозяйственная техника вносит неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства нашей страны. Благодаря ей производительность труда способна достигать невероятных масштабов и даже бить мировые рекорды.